Антиалкогольный ночной рейд прошел в столице Дагестана. Активисты «Трезвой России» совместно с администрацией Ленинского района объявили войну незаконной продаже алкогольной продукции. Главное оружие – не протокол и штраф, а объяснение и разъяснение, что алкоголь – это вред. Камиль Девятов с места событий. Молодежь здоровая, спортивная, против алкоголя. Это не первый рейд активистов «Трезвой России». Но картина везде похожая, да и диалоги те же. Вот у вас здесь алкоголь продается в запрещенное время. Почему такое происходит? Рейд, как правило, проходит в темное время суток. Цель – проверка, нарушают ли предприниматели запрет на продажу алкоголя после 20:00. Для этого активисты «Трезвой России» направились в один из ларьков на улице Лаптиева, где успешно совершили контрольную закупку. В течение очень многих лет ведется продажа алкоголя, именно вот такого контрафактного, суррогатного алкоголя. Вот даже здесь на акцизной марке написано «не является акцизной маркой». То есть алкоголь непонятного производства, даже от одного употребления человек может сразу умереть. Поэтому не могли не отреагировать на просьбы людей и выехали. На самом деле факт продажи выявили, продукцию выявили. Дальше уже сотрудники полиции дорабатывают. Продажа алкоголя в неположенное время суток не есть хорошо. Пить плохо, пить много еще хуже. Алкоголь у вас был уже проданный, уже пробитый, а продали после запрещенного времени. Она, иногда здесь от сырости, просрочения, бывает такие. В Ленинском районе столицы давно решили пропагандировать здоровый образ жизни. И они тоже постоянные участники подобных рейдов. Получение, можно сказать, главы нашего района. И так мы сотрудничаем в федеральном проекте «Трезвая Россия», мы совместно проводим такого рода рейды. Мы приходим, делаем контрольную закупку и вызываем сотрудников полиции. Все делается в рамках закона. После того, как участники антиалкогольного рейда зафиксировали нарушение закона, на место прибывает наряд полиции и участково-уполномоченный. Дальше составление протокола и административный штраф за незаконную продажу алкогольной продукции. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.